Понял? Всем привет. Тут собрались я, Данил, и Ксюша, и еще один Данил. И сегодня мы хотим попробовать всякие сладости, купленные в дешманском подразделении ленты, которое называется 365 дней. Это самый дешевый бренд, который у них только бывает. И, собственно... И на три. Я хочу тебя на 365! И пусть на полочке конфеты полетят. Перекрутил. А если серьезно, то вот еще один наш участник, Данил, который придумал всю эту инициативу. Мы решили оригинально все сделать и просто сворвали идею популярного видоса на YouTube. Да, мы сделали так, как никто не делает, поэтому сворвали идею у популярных чуваков. Притом, мы не стали делать обзор ничего подобного, мы сделали ровно как они, дешевых сладостей. С нами... Что будем точить сегодня на сладком? Единственное наше отличие в том, что отличий нету. Сахарный человек. Поэтому, но мы делаем это лотерейно. Мы тащим из пакета наугад. Доставай, доставай наугад. Сахарный человек. И Данил сразу достает шоколадку. Лента. Но мы решили, сочетать и ленту, и 365. Потому что 365 мало чего делает. Лента тут... это топовый бренд ленты, да. Кстати. Тут это написано, что тут дофига 8,5 граммов белка и шоколада. Подожди секунду. Да кому это интересно? Просто говорит, давай, открывай. Открывай пробуем. 31% кока. Открывай пробуем. Кока милкшейк. 31%. 31% шоколада. Да. Люблю запах шоколада по вечерам. Времени не так много, надо срочно. А мы будем ставить оценки? Все, я сломал шоколадку, пробуй. Даня, с фольгой ешь, пожалуйста. Ладно. Хорошо. Пробуй. На связи, короче. Блин, Вова, ты не влезаешь, вообще никто не влезает. Мне часто девушки это говорят. Алло. Короче, мне никогда так не говорят. У меня наоборот. Давай, Даня, как тебе шоколад? Мне обычно говорят, я ничего не чувствую. Так вот про этот шоколад я могу сказать, что он обычный молочный шоколад, но вкусный. Твоя оценка? Вкусный шоколад. Кайфовый, лента делает кайфовым. Немножко отдает. Давайте ставить оценки по шкале Ксюши. Давай. Я поставлю этому шоколаду 4 из 3. Так, я ставлю этому шоколаду не сосо. Не сосо. Шоколад не сосо. То есть не соса надо говорить. Не сосо, норм. Но, да, не сосо, норм. Для меня критерий вкусного шоколада, вот такого молочного, это шоколад киндера. Яйца Kinder Surprise. Угу. Очень похоже на шоколад из Kinder Surprise. Просто чуть менее молочный. Да. Короче, вкусно. Сколько стоит этот шоколад? 59 рублей. 59 рублей. Давай сюда. Кайфово, кстати, ты прав. Нереально. А, я хочу попробовать. Очень похоже на шоколад из Kinder. Какой же вкусный. С каким-то... Даже как будто вкуснее. Менее приторный. Шоколад лента. Как и планировалось, всем зашел. Всем понравилось. А тебе, Данил, как? Да, хороший, отличный шоколад. Но это лента. Лента — это премиум сегмент эконом-класса. Попробуем чего-нибудь не премиум. Так, копаемся и копаемся. И у нас сегодня... Убирайте шоколад. О, у нас сегодня... Дальше. Изолента. 365 градусов. 360. Да. Это продукция 365. Это самое топовое дно. Самое топовое дно. И у нас тут Сиба батончик. Может, ты можешь, пожалуйста, откусить его полностью с бумагой совсем? Ксюша, как тебе стей лайк? А это что напоминает? Бумагу! Подожди, какой шоколад-то был? Это нуга. Нуга Марс. Я поняла. Он такой алкогольный. Короче, ели вот эти вот все шоколадки, конфеты. Советки. Алкогольная начинка, как будто, знаете, ведь венцовый. Не алкогольная, называется ликер. Ликерная. Вот, короче, ликерная шараба. А я скажу вам так. Эти шоколадки были в советское время. Слушай, отломи мне, пожалуйста. Но сам шоколад хороший. Он приятно хрустит, ломается. Он не мыльный. Это и что? Он не супер приторно сладкий. Короче, легкая ликерная хрустящая шоколадка. Эта шоколадка стоит 19 рублей. Она реально дает. А сколько стоит шоколадка лента, которая большая? 59, я же говорил. 59. Ставим, это какой? Ставим оценку. Моя оценка сосо. Твоя? Не знаю, я бы такую шоколадку бы много не съел. Вот до этого была молочная, прикольная. Приятно. Причем не приторная, как киндер, а вот это ликерная шарапка. Капец, она в натуре отдает этим. Помадка. Эта штука, вот эта штука помадка, называется, да, помадка. Фу, алкоголем отдает, бесит. Помадка. Короче, то есть, когда вы кончаете, вы тоже испускаете себя помадку. Да, Ксюша, ты любишь помадку? Ксюша, по трехбалльной системе сколько ставишь? Да нет, а ты любишь выпускать свою помадку?
Я, короче, снова беру ленту с шоколадкой, она вкусная. Не надо ее. Максимальный трэш. Вы готовы? Смотрите. Итак, это темный шоколад, плитка. Кондитерская. А сколько там шоколада? Кондитерская. Эта плитка стоит 9 рублей. Да ладно. Сейчас серьезно? Будет топич. Внимание, как правило, надпись кондитерская обозначает, что там нету ничего натурального, а всякое говно. Но в ней, однако ж, знаете, сколько шоколада? Какаш. Однако ж. В ней шоколада так много, что тут даже это не написали, чтобы нас не отпугнуть. Нету, не написано. Сахарный человек. Поехали. Это отбивка будет перед пробой. Даня, кстати, профессиональный певец. Если красиво. Кто не знает, а все знают. И шоколадный едец, и на дуде игрец. Моей. Когда я спускаю помадку. Нет, ну твердая она может быть, потому что замерзла. Это я ничего не понимаю вообще. Мыло? Сейчас, чем дальше, тем лучше, да? Чем дешевле, тем вкуснее. Ребят, я советую вам брать поменьше, потому что, судя по всему, Вова купил немало сладкого. Пошли тебе что-то вкусное. Знаете, что? Слушай, в первую очередь тебе предлагают брать поменьше. Ну, она реально такая мыльноватая, да? Я даже в начале вкуса не понял. Шоколад, но мыло. Да. Короче, отстой. Дешевая, да, шоколадка. Но знаете, ну так-то вообще классик. Вообще с на какашку можно похоже, когда изо рта достаешь. А? Может, мне это показалось? Шоколад 365. Это кто выпрыгнул? Ты? Ставим оценки и достаем дальше. Оценки, чё? Ставлю профессиональные 65% по 100-бальной системе. Да ладно. Брать Даня? Не буду, брать не буду. Короче, вкус реально такой же, как и цена. Дешевый, немножко мыльный, твердый шоколад. Да, я чем-то. Но если как бы, ну за 9 рублей реально, если вам, у вас нет вообще бабла, и вы хотите что-то сладкое с чаем, берете чай без сахара и вот такую плитку, и все, и вы все равно будете как. Но делать это по... Так, стой, это ласточка. Это ласточка. Это ласточки на гнездо. Это ласточки на гнездо, 365. Это чирики. Чириков я купили. Так пизду называю. Тихо. Давайте сыграем в конкурс. Кто, сколько, по-вашему, стоит этот пакет? Давай, Ксюша, пакет золотых конфет. 10 рублей. Короче, вот когда заходит в парфюмерию, заходит там в парфюмерию золотое яблоко, всякую шарабу, и перенюхивает кучу там духов, занюхивает между делом кофе, там, знаешь, или берешь кофе, либо носки там занюхиваешь, чтобы как-то сбить, понимать уже что-то. Я сегодня в душе не был. Я уже начинаю не разбирать реально вкусы. Даня, я сегодня в душе не был, давай. Я могу и себя не пнуть, я-то пожестче. Что есть? А внутри, я не знаю, надо реально какой-то горький кофе или что пить, чтобы вот пробовать шоколад. Ну, типа потому, тоже что... какая-то помадка. Ну попробуй, не ссы. Но я вот, мы попробовали три, и я уже вот боюсь пробовать эту. И это ласточки на гнездо. Не поймешь. Это фейк-имитация советской конфеты ласточка. Это вообще фейк. Фу. Это не фейк, это знаете, просто... что мне нравится? Ого. Все эти сладости не прямо приторные. То есть они сладкие. Вот это менее вкусное, чем, допустим, вкусно. Ну да, это как это, знаешь, ну опять то же самое, коричневое и тоже разбегается. Не хотите шоколадку? Да, я. Немножко веет, Дима, ты где нам по вкусу? Ну, если... Короче... Оценки. Ксюха съела всю конфету, в отличие от остальных. Знаете, я просто съела. Вот знаете что, я, между прочим, ласточку ел в детстве немало. А что ты так подаешь? Она похожа на ласточку. Она похожа. Да, короче, конфеты, не знаю, очень приторные, капец. Ленту-то оставь, все равно хороший шоколад. Я скажу так, останется. Короче, пока лучше я тот человек, который, вот вы пиздите все, никто ничего не может в итоге досказать. Пидоры. Мое мнение, я человек, который ест до хера сахара, в чай кидаю ложек 5, и все говорят, нафига ты так много кладешь, типа фу, как сладко, приторно. Но мне нормально, но эту конфету я есть не могу, она для меня очень сладкая. Как для других людей, так это вообще нормально. Мне показалось, что нет вообще. Для других-то это вообще пиздец. Просто такая... Короче, наипритовнейшая хера. Снова топовый продукт. Да. Подожди, Даня не доказал. Даня прав. Это те конфеты, которые ты можешь съесть одну или половинку, и тебе хватит вообще. Больше а может не возьмешь. Сначала по одной, потом по половинке. Вот все, что нужно для хорошей вечеринки. Pepsi, Pager, MTV. Подключайся. Нет. И тебе стыдно не знать, что этот трек был. Короче. И ваша задача написать в комментариях, чей оригинал этого у нас трека. Настолько элитный. Итак, это, Лен, это, я так понимаю, это птичьи сказки. А, я так понимаю, что нет, это аналог. Даешь, да? Аналог, я тебе дам. Это чего? Аналог. Я тебе дам кончик. Это аналог? Птичьи смазки. Да, это аналог птичьей смазки, которая на машины вот это, знаете, да белые нет, пятна. Ну вот это херня, после нее не хочется есть никакой сладкой. Сделай мне перерыв. Вообще никакой. Хочется воды. Прополоцкай рот. Хочется не воды, а это просто аналог, чая без сахара. Это аналог птичьего молока в чистом виде, я так понимаю. Даня, отломи пополам. О, смотрите. Отломи пополам. Смотри, оно потекло. Даня, отломи пополам. Отломи мне чуть-чуть.
Потому что у нас всего две. Дефицитный товар. На. Вот чем нравится птичье молоко, оно не приторное обычное, а это сахарное какое-то молоко. Да, птичье молоко? Да. Знаете, тебе не понравилось? Как зефир. Очень сладко. Я фанат птичьего молока. И я. И я знаю, что птичье молоко должно быть воздушным. Дай Дане телефон. Да, это кайфовое. Он еще не снимал. Это кайфовая тема. Мне нравится. Я ставлю 9 из 10. Мне еще не нравится. Я попробовал, я просто смотрю консистенцию, и она не оригинальная. Пошел ты кайфово. Говно. Кайфовая. Очень сладкая, приторная какая-то. По вкусовым похоже. А если попробовать отдельно шоколад, он, знаете, как на чем? Как на эскимо. На мороженке. Да, да. Офигенно. Тонкий, тает во рту. Это хорошо. Но вот само суфле мне не нравится. Вообще, ты много его не съешь. Оно как зефир, знаешь, вот зефира много не сточишь. Да. А птичье молоко можно много съесть. Оно легкое какое-то, а это тяжелое почему-то. Блин, у нас нет салфеток, чуваки, ребятки. Короче, знаете, можно взять легкие наркотики и тяжелые наркотики. Так вот, нормальное птичье молоко – это легкие наркотики. А вот это тяжелое. Или это лента? Тоже другая. Ты не даешь подвести итоги, подвиги, понимаешь? Вы херово снимаете все видео. Вот да, херово не снимают все блоги, не дают никому договорить. Да, с фокуса нет. Вот, да, вот смотри, да, дай мне мнение, что я сказал. Тебе тупо понравилось птичье молоко это, да, боссоное? Я ставлю 9 из 10, офигенно. Как оно называется? Птичье? Что? Ну, оно называется птичье. Птичьи смазки. Все. Птичьи смазки, не, ну, я не знаю. Я ставлю 5 из 10. Ну так, такая полусасна. Реально, как мороженка из эскимо. Только да, в виде пчел молока. Как, да, и это ж плюс. Ну, такое. Заслушайте мнение Ксении Тарсовой. Это кола или кола зеро? Ксюха, что у нас? Вообще ни кола о чем. Кола или кола зеро? Вообще ни о чем. Да. Корыто, короче. Корыто. Так, что у нас? Даня. Опа. Даня. Поехали. Опа, вот она. Это очень топовый вкус. Это уже другая. Там было типа ликерная, а здесь типа шоколадная начинка. Да. Заметь, Даня, печально. Даня, прочитай. Шоколад с шоколадной начинкой. Глядь, ты так написано. Шоколад с шоколадной начинкой. Почему ты не прочитал? Быстро сладкое. Чего ты взял? Может быть норм. А здесь есть какао-порошок. Ксюша? Какао-хорошо? Какао-хорошо. Белков 2 грамма. Здесь 2 грамма белков на 100 грамм. Да, по-моему, сейчас тебе понравится. О, это аналог. Шоколадный с шоколадной начинкой. Угу. О, зашло? Ксюша? О, можно я пропущу эту шоколадку? Нет, можно хотя бы... Она другая, Дань. Ты хотя бы понюхай, я по запаху. Она крутая. Дай Вове телефон и попробуй. Не, так попробую и скажу свое мнение. Да я так, чисто. Вот представьте, я сейчас вот снимаю и пробую вот эту шоколадусную. Опа! Топовая она, топовая, это топич. Топич. Знаете? Советский вкус, капец. Ну, приятно. Вот, у меня мама... Шоколад 365 плохого не делает. У меня мама летала стюардессой. Да, короче, тоже говно. И с рейсов... Менее ликерное, все. Ну, в конце 90-х, начале 2000-х с рейсов приносила вот такие шоколадки. Я их ел. Видите, какой я толстый? Я был еще чуть толстый. Приносила огромное количество вот таких шоколадок. И я их прямо ел, а потом мне плохо становилось. Я не блевал, но мне было есть плохо. Чай, нету. Не знаю, мне вот это... Видишь, я сижу сама, уже глотку держу. Давайте резюмируем, начав с меня. Глава у нас еще есть. Резюмируем, начав с меня. А все, больше нет сладкого? Вот это шоколад. Все, никто не будет подписываться на твой типа канал. Очень вкусный. Он со вкусом. У тебя ротка канал сейчас был. Типа канал, ротка канал. О, у тебя такие зубы красивые. В действии. Я не мерзкий, нет, не подумайте. No. Посмотрите просто на этого человека. Давай я резюмирую, что может быть более мерзкое, чем он. Я считаю, что шоколад лента был топовый. Все остальное было говно. Это что, все, что попробовали? Это все, что мы попробовали? А еще есть? Так доставай. О, блядь, сколько у тебя еще там? В моем кошельке конфет. Ой, это последнее. Ура, сколько это стоит? Это суфле. Это такое же, как птичье 360... молоко сейчас. Нет, там была суфле. Лента. Лента это топ бренд. А это? О, это говнище, да будет. С ароматом ванили. О, блядь, еще с ароматом ванили. Ароматы ванили. Если я имею еще какой-нибудь мокко двойное, с этим карамельным сиропом. Подождите, минутку. Все, минутку внимания. Вот эта шоколадка очень напоминает вкус новогоднего детства, когда нам в старой фабрике запихивали в наборы детские дешманы нигерит. Что тебе опять запихивали там? Поэтому я скажу, что это так-то очень вкусно. Если подарить человеку и убрать упаковку, чистую шоколадку, они скажут, что это элитный премиум шоколад. Можно да какой, взрослый человек? Да. И не сможет съесть половину. Я вижу то же самое, что я видел вот там. И что? Вот сейчас будет интересно сравнить. Вот давай этот пакетик кусочек. Стоит 29 кусочек. Рублей. Вот этот пакетик прям стоит... Прям крапалек. Вот этот пакет что стоит... закидываю? Даня, 29 рублей.
29 рублей. Вот это. Надо было все видео вот так снимать. Ну-ка. Я должен был всем вот так закидывать и вы должны говорить. Вот я смотри. Я достаю из какашницы. Пацаны. Я достаю из какашницы. Стоп, стоп. Я показываю сейчас, как надо было снимать этот обзор. Берешь вот так вот, делаешь, достаешь конфету. Итак, суфле 365 дней. Тематическая. Проба. Володя. Бля, это проебал. Стой, давай. Дай сравню. Вот закидывай. Это вот, смотри, вот это лента. Закинул. Это лента. Давай, закидывай. Лента, полетели. Итак, 365. 365. Мнение? Короток. Разница колоссальная. 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 Мне не понравилась лента, но это мне не понравилось. Ответ вообще. Такой. Дерьмо. Какой шоколад. Не, жрать можно. В принципе, если жрать можно. Если макнуть... Подожди, еще не попробовал этот. Еще я не попробовал. Давай, я должен попробовать. Открывай мне. Давай. Твое мнение такое. Это хуйня, а не суфле. Даня, ты попробуешь? Давай. Точно? Ну давай. Ну только смотри, я уже переел. Так нормально, будет, блядь. Ну чё, как? Ну не уебанли, а? Ну чё? Фу, блядь. Это есть приятнее, чем птичья обоссанную смазку. Птичья, птичья смазка была противная. Это лайтовая суфле чё, для чё, меня. Чё, я бы ел лучше суфле, чем птичью смазку. Ставим оценки, делаем наценки. Короче, мы попробовали почти все сладости бренда 365. Подожди, давайте... как называется суфле вот это? Знаешь, косичкой продается в киосках, в магазинах. Это называется суфле косичкой в киосках, в магазинах. Чурчхелло. Вот. Очень похоже на эту после вкуса. Вот как после этого суфле. Только это суфле еще с шоколадом и более... Не да, такой зефирист. Да. Один дюх. Один дюх. Это что, чурчхелло? Ой, 16 минут обзора сладкого. Чё? Четко. Ух, так, мерзкий чё, имбецил. Резюмируем? Да. Во-первых, суфле 365. Я ставлю 3. Общий тест. Мне понравилось только молочный шоколад лента. Все остальное я бы покупать не стал. Но я мажор. Я могу позволить себе еду из Макдональдса. Поэтому... О, да, детка. Что за унитаз? Осторожно, крышки закрываются. Следующая станция унитаз. Коляска разблокирована. Так вот, резюмируя, мне понравился только молочный шоколад лента, он действительно топовый, 7 из 5, как я и сказал, по шкале экскурсии. Лента нужен, да? Да. Сколько он стоит? Ленту, 59 рублей. Он стоит всего 59 рублей, но это примерно цена Альпенгольда и так далее, в чем я уверен, состав примерно такой же. Ну лучше купить Альпенгольд. Ну, я бы не сказал. Ну, я не знаю, куча вкусов. Ну, который с крекером, там, не знаю, соленый. Слушайте, надо сахар, надо немножко сахара поесть. Подожди, Даня, будешь ли ты покупать? Твое мнение. Я... Сахарный человек. Поехали. Я потерял свое сердце за голубую. Я попробовал голубую, сегодня 365 бренд. И, короче, покупать его не буду никогда. Ксюша. Сейчас Ксюша так же сделает. Ксения Бенцовна. Но папа обозвал. Нет, мое мнение, я обозвал круг твоих друзей. Говори же, рука, говори, блядь, что у меня было вкусно вот это вот, и все. Папа у тебя хороший, папа у тебя лечит такие варианты, которые происходят от много сладкого. Ксюша, тебе... Мы сейчас после этого все... Тебе же понравилось что-то. Мне понравился этот шоколад и вот это вот шоколадное... Какая сахарная девочка. Так. Ой, Ксюша, голубые скажи, монеты через реку. Ехал грека через реку, видит грека в реке рак. Сунул грека руку в реку, рак за руку греку цап. Умница. И какой шоколад тебе понравился? Оказался у него оказался рак, да? Ну ладно. А какой тебе меньше понравился, чем больше? Короче. Слушай, я уже не вспоминаю, что я ела, мне поплохело. Что мне понравилось больше всего? Давайте. Я первый. Больше. Вот это вот у меня лежит что? Хватит шутить. Больше всего мне не понравилось. Вы понимаете, что? Вы понимаете? Я не могу это сделать, что-то. Что ты делаешь? Так, резюмирую. Все, конец видео, завязываем. Это была проба, видео, тест. Да вован, я имбецил, короче. Короче, бренд 365. Проба, бренд 365 и лента. 365, как мы поняли, я сам себя поснимаю. 365, я понял, что это какая-то дешманская херня, ультрадешманская. Вот. И лента, типа, дешманская, но крутая. Вот. Короче, скажу так. Я бы из всей этой херни максимум бы взял шоколадку Лен, как сказал Даня. Нормальная, напоминает шоколад из Киндера, ну, примерно такое же. Вот простой молочный шоколад приятный, не отвратительный. Все остальное невозможно съесть даже там половины и меньше половины. Если это ласточка, смазка вот эта обоссанная, противная херня. То, что та вот ликерная, два вида шоколадки. Одна как ликерная, другая как менее ликерная. Противный советский вкус, не знаю.
Если хотите съесть что-то вкусное, самое пиздатое это киндер какой-нибудь Буэна. Это то, что вам. Это максимально оптимальное сочетание сладкого, молочного, кремового. Можете съесть таких 2-3-4 штуки и. И закончил этот видос я бы так. 365. Ой, шоколад лента это лента. 365 это не лента. Даня, скажи мне, к следующему... Это был не лето, и чирики со своим каналом. Анонс следующего видео. Если мы тебе не лето принесем вот такой же пакетик, но там будет только штуки от киндер. Ну там, киндер-сюрприз, киндер-шоколад, киндер. Будешь с нами дегустировать? Принесите мне. Ну там, знаешь... Если это видео наберет... 100 тысяч лайков. 500 лайков, то мы обязательно снимем обзор всех киндер-шоколадок. И позовем гостей, и проведем этот обзор с... Подавили пам. С кем? С Андреем Али.